Определены финалистки конкурса «Мисс КФУ-2018». 19 февраля в КФУ прошел решающий отборочный этап конкурса, который позволил выявить участниц финала. В этот день 47 прекрасных студенток демонстрировали свои творческие способности. Девочки постарались показать все свои самые сильные стороны в вокале, танцевальном и оригинальном жанре. Буквально, да, вчера у нас состоялся второй тур, очный тур «Мисс КФУ», где из 47 студенток участницы жюри выбрали топ-25. Мисс КФУ – это уникальный проект в Казанском федеральном университете для самых талантливых, красивых, стремящихся к самореализации и развитию девушек разного возраста и национальности. Ежегодно данное мероприятие проводится весной. Финал состоится 2 марта. Участниц ждет насыщенная программа. Уже буквально завтра у нас будут видео и фотосъемки для финала. Они будут представлять свои визитки. Планируем снять юмористический ролик с ними. 2 марта состоится финал «Мисс КФУ-2018», который пройдет в Большом зале концертно-спортивного комплекса КФУ «Уникс». Девушки продефилируют в тематических костюмах, покажут видеовизитку, творческие и интеллектуальные номера и финальный выход в платьях. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.